Блин. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня будем проходить игру под названием Ктулху. Вы спросите, как я до такого докатился. А я лично хуй его знает. В общем-то, захотелось поиграть в хоррор. Из последних новостей мы переехали. Да. Переезд в новую квартиру, в общем-то. В Крыму все довольно неспокойно. Но жить можно, ебать, чувствительность мышки, конечно, как обычно, блядь. Ой, так, настройки, управление. Па-па-па-па, клавиатура, какая нахуй. Чувствительность камеры. Это что ли? Так. Ну все, применить настройки получается. О, блядь, так получше. Ебать, позвоночник чей-то. Нормально, в принципе. Нам куда? Нам туда или туда? Давайте сюда пройдем. Честно говоря, я хуй знает, о чем эта игра, но, в общем-то, вот. Отзывы не довольно-таки хорошие, и трейлер мне довольно-таки понравился. Кто-то любит рыбку на завтрак кушать, я смотрю. Так, нажмите Ctrl, чтобы прыгнуться. Я хочу еще немножко убавить чувствительности. Управление. Давайте прям на минимум поставим. Да, блять. Блять, теперь пиздец. Ладно, окей. Прям пиздец, резкие перепады. Давайте вот так сделаем. Блять, опять сверхчувствительно, серьезно. Ладно, окей. Будем играть так, со сверхчувствительностью, окей. Все нормально, мы ползем куда-то. Где мы, кто мы, нам ничего не объяснили. На какую кнопку взаимодействовать? На Е? Да, ебать, сейчас бы цепь руками подергать, конечно. Я так понимаю, нам нужен болторез. Что это? На F? На мышку? Вы не сможете взаимодействовать, так и... А, все, я понял. Керосиновая лампа. Ну и уплыли нахуй отсюда, а что нам здесь тусить? Че это? Кто это? Ладно, хуйня какая-то происходит, если честно. Давайте пойдем в обратную сторону, так. Ктулху, блять, это... Это же птица, по идее, какая-то. Ну, возьми. А в чем проблема было их сразу взять? Типа в темноте нащупать, типа это здесь так не работает, я так понимаю. Он кусачками перекусил дверь или что? Ты последуешь за мной. Бесполезно сопротивляться неизбежному. Окей, а кто ты, дядя? Я готов следовать за тобой. Ты где? Ты ж меня оттуда выведешь, надеюсь? Какое отвратительное подношение. Ну да, блять, это надо было заморозить. Как минимум так не хранить. Кишки нужно было выкинуть. Вообще охуели. Готовить уже леняться, блять, пиздец. Вверх там, дядя. Я иду к тебе. Не сопротивляйся, ты был избран. А для чего я был избран? Для кого избран я был? Зачем я был избран? Блять, так много вопросов, так мало ответов. Подожди, отвратительное подношение это что ли я? Ты что, охуел? Смотри, смотрю. Все предназначено заранее. Кто это, блядь? Но, быть может, ты попытаешься изменить свою судьбу. Человек с щупальцами. Ну ладно, бывает такое, конечно. С добрым утром.
виски. Ненавижу виски. Да бля, вискас вроде нормальный корм. Когда-то я много читал, да ладно. Ну окей. Агентство Уэнстер не в состоянии. Чему, блять? Замужная женщина сбегает с подружками. Муж так ничего и не понял. А типа на любую можно, да, поворачивать? Открыть можно как-то? Для чего нам дали это осмотреть? Видимо, просто так по приколу. Ладно, закрытое дело. Не в состоянии привлекать лучших клиентов. Мне еще остались здесь незаконченные дела. А, я понял, хорошо. Интересно, зачем я их до сих пор принимаю так? Мне их прописали врачи, когда я вернулся с войны. Они клялись, что таблетки покончат с кошмарами, но в последнее время их действие ослабевает. Снотворные таблетки помогают заснуть, понятно. У нас хуёво со сном. Жуки какие-то, блядь. Здесь у нас все закрыто, я так понимаю. Давайте туда. Это что? Что это? Нет, с музыкой поприкольнее, я думаю, будет. Хорошо, окей. А музыку можно вернуть? Давайте ответим, нихуя себе. Я слушаю. Вы Эдвард Пирс. Частный детектив, работающий на детективное агентство Орсон. Да, все верно. Добрый день, мистер Пирс. Я Люси Шертфилд из отдела кадрового агентства Уэнтфорд. Я звоню вам, потому что у вас возникли проблемы с вашим досье. Пожар уничтожил часть ваших документов. Неужели? Простите за беспокойство, но мне придется заново записать ваши... Чего, блядь? Медицина. Сила 3, у меня есть типа 8. Дополнительных... Что такое оккультизм? Отражает ваши познания в оккультных науках. Развивая этого навыка, повышает шанс определить назначение и происхождение. Ага, оккультизм артефактов. Медицина отражает ваше познание в этой области. Развитие этого навыка увеличивает шанс верно определить дозу лекарства, диагноз или разобраться в медицинской проблеме. Сила отражает вашу физическую способность. Развитие этого навыка повышает шанс успешно выбить дверь или сломать какой-то механизм, а также применить насилие. Мы что, будем кого-то насиловать? Хорошо, психология так. Отражает ваше понимание, развитие этого навыка повышает шанс понять мотивацию человека и его поведение или с помощью анализа различных предметов. Поиск. Развитие этого навыка повышает шанс найти скрытые объекты. Угу. Ненайденные предметы не будут появляться в игре. Хорошо, повысим до 3-го. Ебать, оккультизм сложно качать. Охуеть. Давайте до 2-го. И медицину. Пусть у нас будет что-то среднее. Блять, на красноречие качать. Будем идти, значит. Через поиск и красноречие. Благодарю вас, мистер Пирс. Мы скоро обновим вашу документацию. Кстати, могу ли я задать несколько вопросов? Задать нескромный вопрос. В чем дело? Как вы заметили, мы стараемся тщательно отслеживать успех наших. И мы заметили, что вы стали брать меньше дел. Работы мало. Мистер Пирс, вы не хуже меня знаете, что сейчас работы для детектива больше, чем когда-то было. Вы имеете в виду скучные, зато они помогают вам не лишиться цели. Если хотите остаться у нас, докажите, что вы приносите агентству пользу. Вы меня слушаете, мистер Пирс? I'm coming.
Какой-то дед. Не, какой у нас главный герой сексуальный, однако. Так, сэр, я пришел со света человека, меня которого ценят очень высоко. И признаться, вовсе не ожидал увидеть берлогу горького пьяницы. Вас здесь никто не держит, сэр. Вы знаете, с кем вы говорите? Стивен Уэбстер, промышленник и коллекционер предметов искусства. Скажите, мистер Перс, вы способны раскрыть дело или вы просто никчемный пьяница? Должно быть, вы в отчаянии, раз пришли ко мне. Мне никто не верит, меня называют странным дураком. Сара, моя дорогая девочка, погибла. Даже вы наверняка о ней слышали. Сара Хокинс. Да не, нихуя не слышал о ней. Художница, да. Ее все знают. Они все погибли во время пожара. Сара, ее муж и мой внук Саймон. Я ничем не могу помочь женщине, которая уже мертва. Выяснить правду. Говорят, она была безумна, но я точно знаю, что это ложь. Она бы никогда не сделала ничего подобного. Но если у нее нет доказательств, я принес все, что мне удалось собрать. Смотрите. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на эту картину и высказали свое мнение. Ага, вот теперь должен быть какой-то оккультизм. Познание в оккультизме. Мнение о чем? Эту картину написал безумец. Или, напротив, вы видите здесь некую логику, рациональное зерно, которое поможет и мне понять. Это все, что вам от меня нужно? Да, будьте любезны. Хорошо, я взгляну на вашу картину. Это все, что у вас есть? Картина? Я положил вам на стол папку, в ней все, что у меня есть. Так, я, блядь, хочу комнату долутать. Уйди, дед. Дед, уйди. 10 виски. Еще мне типа не дадут теперь комнату долутать? Ну ладно, окей. Давайте взглянем на картину. Что за символ на груди у мужчины? Кажется, Сара Хокинс зашифровала какое-то послание в своей картине. Джей. Что это? Так, дело. Хорошо, смотреть картину, ознакомиться с досье. Пирс. Навыки. У меня пока мест нету. Рассудок. Ебать. Здесь еще у меня будет рассудок? Эдвард Пирс. Ветеран Первой мировой войны, принимавший так участие в Мёс-Аргонском наступлении. Один из немногих оставшихся живых бойцов, попавших в батальон. Так назвали несколько американских подразделений, которые понесли большие потери от вражеского и союзного артиллерийского огня. Солдаты вынуждены несколько дней удерживать позиции среди трупов павших товарищей без еды и медикаментов. Земляки считали погибшими. В ходе этих событий Пирс получил психологическую травму. Он пьет снотворное и запивает его алкоголем, чтобы избавиться от изводящих его кошмаров. Хорошо. Места. Детективное агентство. Мое частное детективное агентство, связанное с контрактом детективным агентством Уэнтоурт. Блять. Как это вообще можно, возможно, произнести? После Великой войны я решил осесть в Бостоне, где парням вроде меня всегда хватает работы. Потянусь, чем череда мелких дел. Супружеские измены, старые счеты, так минимальные исчезновения, старые диваны в конторе не сравнятся с настоящей кроватью. А пустые бутылки давно пора выкинуть, но это мой дом пока. Оккультизм, хорошо. Сара Хокинс никогда не оставалась равнодушным. Одни считают ее мечтательной художницей, способной обращаться к самым глубоким подсознаниям, а другие так переоцененной выскочкой, так странно. Странные картины этой таинственной дамы, написанные резкими цветами и дикими мазками. Если она в своем деле видит мир так, то мир Сары Хокинс – это врата в другие измерения. Выдержка из запис книжки Эдварда Пирса. Честного детективно. Хорошо, улики. На этой картине Сары Хокинс изображена чудовищная фигура, так, нависающая над женщиной с ребенком. Ага.
Блять, я не заметил даже здесь, что здесь есть ребенок, если честно, сразу так. На заднем плане можно различить пламя. Стивен Уэбстер. Отец художника считает, что эта картина имеет отношение к смерти ее дочери. Возможно. Предметы. Моя старая зажигалка, на которой сделана гравировка о памяти 77-й пехотной дивизии и погибших бойцах пропавшего батальона. Муж так и не понял, что его жена бросила. Он не звонил еще несколько недель после завершения расследования. Мне их прописал врач, когда я вернусь с войны, они клялись, что таблетки покончат с кошмарами. Ага. Давайте ознакомимся с досье. Транспортная этика, часть текста. Не разобраться, но... Кое-что получилось. Прочитать удается склад 36. Дарквотер, сука, что такие сложные названия-то, блять. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибших погибли, а пожар начался в столовой. Так, полиция заключила, что это был несчастный случай, но при этом в отчет упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчива. Почему? Газетная вырезка. Статья рассказывает о браке Сары Хокинс. Так, в девичестве у Уэбстер. И Чарльза Хокинса. Бизнесмена. С острова Дарквотер, блять. Они ведут затворническую жизнь на удаленном острове со своим сыном Саймоном. Итак, мистер Пирс, что вы думаете об этом деле? Все хуйня, давай по новой, так. Давайте подлижем скорожопу ему так. Ее муж был на острове большой шишкой, но полиция придерживается версии о несчастном случае, хотя и упоминает о неустойчивой психике Сары. Думаю, вы правы, сэр, что это дело не так просто, как кажется. Это я и без вас знаю. Я уверен, что это не просто несчастный случай. Вы должны честно сказать мне, верно ли полиция оценила психическое состояние вашей дочери? Нет, у Сары были видения, это всем известно. А, видения, блять, но она никогда их мухи бы не обидела, эти видения. Что вы имеете в виду под видениями? Я понятия не имею, что она под этим подразумевает. Моя дочь была загадочным человеком, мистер Пирс. Вы должны были выяснить правду о ее жизни и смерти. Впервые слышу о таком месте. Где это? Это небольшой остров недалеко от Бостона. Так, Сара жила там с мужем и сыном. Полагаю, вы хотите, чтобы я отправился туда? Таит правду о гибели моей дочери. Мистер Пирс, вы должны раскрыть эту тайну. На этике в адресе отправлено указанный вклад 36. Верно, она была наклеена на последнюю картину. И вы думаете, что отправить картину так? Это вам предстоит выяснить. Отправляйтесь на остров. Найдите склад 36. Так, не исключено, что ее следует интервьюировать буквально. Мне кажется, ваша дочь пытается вам что-то сказать. Я тоже так считаю. Мне позвонили из полиции и рассказали о смерти дочери 3 месяца назад. Через некоторое время в мой дом доставили эту картину. Совершенно очевидно, что картина связана с этим делом. Вы должны докопаться до истины. А почему оно не отметилось? Ну ладно, окей. Куда пропускаешь, блядь? Я ничего не нажимал, сука, пропустилось все. Что-то тут нечисто. Так уберись, блядь. В чем проблема? Нечисто ему, ебаный брат. Последний раз вообще убирался, тебе вот не стыдно? Что это? Выпить. Не пить. Зачем нам перед делом пить так? Старая добрая история шантажа. В
подпольном баре. Нанявший меня владелец бара не понравилось, как я закрыл дело. Но если ты нарушаешь закон, сложно спорить с частным детективом, который собрал доказательства твоей вины. Хорошо. Darkwater is off the coast of Boston. Атлас острова Атлантического океана, так. Пишут, что остров был довольно известным во время китобойного промысла в конце 19 века, но с тех пор о нем почти ничего не слышно. Населен в 19 веке, и на нем до сих пор можно найти множество следов пропавших племен. Но пусть романтика этих наивных и примитивных верований не обманет вас. Не забывайте, какими жестокими были местные боги. Изображения гигантского, блядь, существа все еще украшают стены давно заброшенных пещер. Откуда пришлось к своим почитателям это божество? Из моря или из безумных сновидений? Никто не знает ответа, но временные обитатели острова, сыновья и дочери города Китопой все еще помнят таинственные и волнующие истории. Крохотного клочка суши у берегов. Блять, кого? All I have to do is go to the port. Мне нужно просто добраться до порта. Надеюсь, там найдется корабль, который доставит меня в этот ебаный остров. С ебаным названием. Лингвистика, археология. Так, хорошо. Darkwater is off the coast of Boston. Да, я понял. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th. Так, научный труд интернов и молодых врачей. В первом томе перечислены все болезни, известные цивилизованному миру. Написаны симптомы и способы лечения. Пишут, что остров был довольно известен во время расцветания китобойного промысла в конце 19 века, до сих пор. И шо? О, медицина? Что, медицина вкачалась? А, всего лишь 2% что ли добавилось, или что? Так, пропавший батальон. Держать позиции и выполнять приказы — это еще не отвага. А что тогда отвага? По-моему, это уже пиздец, когда хуя много для отваги. Что будет, если мы выпьем? Это вода или виски? Давайте не будем пить, нахуй нам надо. Пойдем спокойно себе. Блять, ухо зачесалось, пиздец. Бывают такие моменты. В принципе, пока мне все довольно спокойно. Алло. Почему в безумие погрузиться? Я не понимаю, честное слово. Focus Home Interactive Presents. У него есть шрам на лице. Забавно. Так, это сейчас типа титры представления к игре или что? Нам повели в сюжет, я так понимаю. И сейчас авторы, продюсеры, хуюстеры, вот эта вот вся херня. Или... Да вроде нет. Мы почти на месте. Ну хорошо, что мы почти на месте.
блять, Call of Cthulhu. Скайлы. А, это, блядь, разбитый, блядь, я думал, то уже мы припарковались. Вот там батюшка Ленин стоял. Stay on board. Оставайся на борту, сейчас ребята разгрузятся. Блять, он так бычок кинул, а вдруг что-то загорится. Ты дебил, ты что на палубе? Добро пожаловать на остров, мистер Пирс. Что ж, спасибо, капитан Фицрой. Так, что за ветер принес тебя сюда? Дело Хокинса о чем-то вам говорит? Ну да, блять, он же детектив, он же, блять, должен знать о всех делах. Печальная история, которую... Но он был хорошим человеком. Хокинс не был моряком, но он был хорошим человеком. А его жена Сара Хокинс. Милая девушка и великая художница. Какая трагедия. Опять кита заебашили. Знаешь что? Или выпить в ките на миле, тебе не помешает что-нибудь. Мечтель, может быть, и не самый гостеприимный человек в мире. Что ж, до меня я буду в своем кабинете. Если сюда тебя привели... Привела семья Хокинса, у меня есть кипа документов, которые тебя заинтересуют. Понятно, я пойду осмотрюсь в доках. Поговорить с Фицером. Ты кто у нас, блядь? Дополнительно идти в бар, так поговорить с Брэдли. Так, ебать, ребят, что у вас здесь за тусич? Джентльмены, прошу вас отойти. Позвольте полиции сделать свое дело. Эй! Салим, ты можешь побыстрее? Ты знаешь, сколько этой штуки лет? Если поспешишь... Так нельзя. Да это же просто рыба. Да ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Лучше помалкивай, или ничего не понимаешь. А то пожалеешь, ей-богу. Ладно, хватит, отойди и дай мне заняться делом. Дай с тобой побежу. Так, вас это тоже касается, сэр. Я не думаю, что стоит ему сейчас грубить. Брэд... А, Брэдли, это тот самый чел. Они очень расстроены из-за какого-то мертвого животного. Да что мы говорим, эти дураки считают, что если спихнуть кита обратно в море, случится конец света. Ну, блядь, нельзя же его обратно в море, это же пойдет заражение воды. Вы что, ебанутые? Если бы только знали, они слушают только капитана Фицроя, да и то не всегда. А вы... Что привело вас на наш остров? Я ищу склад 36, порту Даркоутера. Блин, Дарт Вейдер будем этот остров называть. Вы мне нравитесь, и я буду с вами работать. Не приближайтесь к этому месту и даже не пытайтесь попасть внутрь. Почему? Потому что я так сказал, научитесь следовать дружеским советам. А теперь прошу вас оставить меня, у меня много работы. Хорошо. Может, тебе помочь? Давайте поможем ему скинуть. Ага, не получается. Ладно, я понял. Кровь только начинает сворачиваться. Она умерла совсем недавно. Только специалист может сказать, что ее убило. Я понял. Мы умеем прыгать, мы не умеем прыгать, хорошо. Но мы умеем садиться. А здесь невидимая стенка, ладно. Открыто, это что, бар? Сухой закон. Здесь всерьез не воспринимают, и это меня устраивает. Давайте спиздим светильник. Блять, нельзя. Ну ладно, давайте зайдем в бар, хорошо, по заданию. По дополнительному заданию. Ты кто, бедолага? Что-то у тебя вид какой-то нездоровый. А вы что, блядь, все на одно лицо? Алло. Вы что, братья?
Вы однояйцевые? Ладно, они какие-то неразговорчивые. Пойдем. Зайдем в бар. Бля, он так пафосно на самом деле выглядит на их фоне. Они все такие работяги, он такой охуевший заходит. Ой, ебать, немцы. Зачем он плюнул? Ты что, на свет чекаешь? Осторожней. А это что за мадемуазель? Ебать, у нее там сигаретка. Ебать. Нужно привезти ему еще выпить. У него в глотке пересохло. В моем баре нарушители порядка не обслуживают. А, зажмите, чтобы проявить красноречие, хорошо. Ты же видел, что произошло. Он сам напрашивался. Сразу видно, ты с материка ведешь себя как принцесска. Расхаживает тут, задирает нос, а если немного поприжать, начнет скулить так. Недостойны вы моего виски. Это... Я пришел кое-что узнать, а не подраться. Мне тогда тоже... Значит, поговорим. Я соляю за свое право не отвечать на вопросы. Хорошо. Кит на мели. Думаю, это бар стоит тут давно. Ну, что я могу сказать? Я тоскую по прошлому. А это название напоминает нам о Золотом веке, от Родертом, когда наши китобои на долгие месяцы уходили в море и возвращались, воняя потом с китовым мясом. Так. Хотя времена, конечно, были суровые, зато славные, с тех пор мы больше никого не видели того богатства. Что ты можешь рассказать мне о ней? Мы все знаем, что она замечательная на материке. Ее картины, точнее, мы никогда не понимали, почему. А мертвых любят либо хорошо, либо ничего. Она прославилась благодаря своему, как бы его назвать, извращенному стилю, но это было ненормально, в смысле, для молодой женщины с ребенком и все такое. Когда мы увидели в газетах, мы спросили себя, кто мог нарисовать такое, неужели именно таким она видит мир? Значит, она тебе не нравилась. Да ты сам посмотри и сам поймешь. I've got what I need. Anything else? Что-то еще? What can you tell me about her? Блять. Протупил, рано, хорошо вернуться. Я не думаю, что на острове есть алкоголь. Откуда такое чудо? Ты имел в виду, от кого нашему поставщику не понравится, если я буду рассказывать про его первым встречным? Я никому не расскажу. Он все равно узнает. Что-то еще? Склад 36, Port of Crown, ты знаешь его? Где это? Это склад Хокинса, понятно. На твоем месте я бы туда не лез. Но почему? Во-первых, ходят слухи. Какие, блядь, слухи? Тамошние матросы говорят, что по ночам склады доносят какие-то звуки. Крики, что-то такое. Крики? Это еще не все, не забывай про судьбу его владельцев и про все эти разговоры. Но больше я ничего не скажу. Что-то еще? Так, ладно, выпивку мы не будем его провоцировать, узнать про остров. Мы ждали, по-моему, да. Давайте осмотрим здесь все. Я думаю, что ту девушку нам не просто так показали.
А потом он сказал так: вы не имеете права так с нами обращаться, а доктор... А он что сказал? Он рассмеялся: о боже, не говорите. Так, чудесный вов, очевидно, самое значительное событие за последние 80 лет. Фу-фу-фу-фу-фу. Тыла возвращается в порт, чтобы спасти доктора Олдголда. Мы почти оставили надежду. Команда Сцилы, если то, что от нее осталось, вернулись в порт доктора во вторник вечером. Местные немедленно бросились в доки, чтобы встретить последнее китобойное судно на острове. Невероятный улов потряс людей. Это китообразное, которое уже прозвали чудесным уловом, занимало всю палубу. Даже свисало с борта. Оно было больше любого зубатого кита. Бывшие моряки рассказывали ужасные истории о своей опасной добыче, а также о ее мясе, невероятно вкусном и питательном. Так, несомненно, огромный кит прокормит многочисленных жителей Дарктауна и положит конец голоду, держащему остров. Так сдает со склад. Сегодня мистер Макс говорит сдать свой склад в аренду, подрывный цех, мастерскую или хранилище. Вы можете связаться с ним через любую газету или найти его в доках. Так, праздник в Ките на мели. Так, чтобы отметить возвращение наших храбрых китобоев, персонал Кит на мели так приглашает вас на бесплатную дегустацию. Приходите с семьями и друзьями, попробуйте чудесный улов. Каждый получит в подарок по бутылке в Урвани. Спешите. Бля, мне кажется, бармен тоже как-то в этом замешан, если честно. В этом всем пиздеце. Ты у нас кто? Кошмары, я слышу разные слова, слышу шепот. Последуйте за читателями и появляются в разных местах. Обладает собственным осознанием, пока не найдет нового читателя. Что у тебя, блядь, с руками? Ты что, наркоман? А вам весело, ребят? Тебе нравится наша песня? Конечно! А как называется? Мы не профессионалы, зато поем за шой так. Точно, как все дни, когда мы отплывали в Дарктаун и охотились на китов. Я никогда раньше не слышал этой песни, а? Я знаю только местные жители, мне рассказывается история чудесного улова. Так, я видел газетную вырезку, вы же в ней верите. Следи за языком, молодой человек, этот улов спас наш остров. А где доказательства? Мы доказательства. Без этого улова весь Дарктаун вымер бы от голода. Это правда, все было бы в точности так, как написано в заметках. Наши деды и бабки ели многое мясо, и оно было вкусным. Что положило конец? Киты, само собой. Они все куда-то исчезли. Вы их всех перебили? Можно сказать и так, их остановить все меньше и меньше. Пока мы не выловили последнего самого большого, которого вы назвали чудесным уловом. Точно. Ладно, наркоманы, блядь. Прощайте, дальше. Доброй ночи, жить. Пока. Ты что-нибудь скажешь? Нет, ты какой-то нервный. Ладно, пусть с тобой. Что еще здесь в баре есть? Ну-ка, мадемуазель. Эй, чужак. На что уставился? На вон того сосного мужичка в костюме. Здешние клиенты все больше так. И без тебя знаю. И ничего такого не имею в виду. Мне просто интересно, что в этой грязной забегаловке делает такая женщина, как ты. А мне интересно, чем набита голова чурбана, который интересуется этим. Дай мне спокойно выпить. Нихуя ты агрессивная. Я сказал тебе про... Да блядь, что меня так все недолюбливают в этой игре с самого начала. Ёбаный пиздец. Нахуя я кричался в красноречии? Надо было бы лететь орком быть, сука, ломать всем ебальники и всем нравится. Хорошо, тут закрыто, я понял. Ты не захотела поговорить? Ладно, окей. Будем оставаться в драмном рассудке. Что, кто? Доктор Колден. Он не перестает расспрашивать. Я знаю,
Знаю. А, типа, он не должен мне, видишь, разговаривать? Мне, типа, надо послушивать? Или что? Чарльз Хокинс was a heavy drinker. Хокинс много пил и был по уши в долгах. Интересно. Interesting. Так, блядь, он же богатым был. У него свой склад был. Так, закроем дверь за собой. Ну, давайте, пойдемте, пройдемте сюда, куда надо нам. Поговорить с Фрицем. Ой. С Фицроем. Ну, блядь, Фриц, хули. Фриц, он и в Африке, Фриц, пиздец. Оно скоро развалится, мне кажется, здесь на ровном месте. Типа, с собой мне нужно поговорить или что? I wonder what Captain Fitzroy has. Интересно, что сказал капитан Фриц об этом? Кэт. Условия нашего соглашения значны. Держите своих людей под контролем. Не задирайте нас. Мы вам не по зубам. И не утруждайте себя ответом на это сообщение. Просто заплатите курьеру, Кэт. Что это? This place seems half abandoned. Место почти заброшено. Broken. This place seems half abandoned. А, блять, понял все. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Рыболовное снаряжение, так хорошо. A souvenir from a more prosperous era. I guess this black boy has been wiped for more than 70 years. Доску устраивает больше, чем что, ебать. Scylla. В итоге оказался на мели. У входа в порт. Здесь так все плохо. О, еще медицинская книжка, да? Хорошо. Заебись. Мне нравится то, что мы находим медицинские книжки. This man and Fitzroy. Так, на этой фотографии человек, похожий на капитана Фицроя, стоит на мост. На мостике корабля у него деревянная нога. Может, его отец? Или дед? What a macabre souvenir. Какой мрачный сувенир. Что это? А, это самая нога. Хорошо. Сюда мы, так понимаю, спуститься не можем? Да, не можем. Так, я думаю, мы все осмотрели. Вообще интересно, насколько мы скачали эту медицину? Вот мы нашли. Улики. Глава 1, глава 2. Хорошо, предметы, пока мне зажигалка, знания, ебать. А, ебать, даже это что-то дает. Жители, места. Оккультизм. Схуя ли это к оккультизму относится, я не понял. Да, 2% одна книжка дает, ебать как много. Я нашел грузовую, так, декларацию Чарльза Хокинса. Они на столе, прямо перед тобой. Но на самом деле ты скоро так. Когда закончишь, приходи на палубу. Прямо передо мной? А, вот. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Прочитать можно только несколько, да, 1890 и 1907. Года еще несколько цифр. Прочее содержимое документа аккуратно вымарано. Интересно, кому потребовалось скрывать эту информацию? Ебать, он сейчас, ебать. А, ну ладно. Я думал, он как ниндзя уже, блядь, исчез. Отсюда я вижу все, что происходит в порту. Тяжелый труд моих моряков. Драки. И те на мели, так и даже тем верстным
крысам от меня так. Так это вы диктуете правила, но до этого момента еще далеко. Я просто последний действующий капитан Доквотера. Говори, чем я могу тебе помочь. Это у нас что даст? Я ищу склад 36. Вы не знаете, где это? Смотри, он вон там. Склад стоит напротив. Ты в пристани, мимо не пройдешь. Ясно. А знаешь, кому принадлежит это здание? Расследование против... Так. You tell me. Кому же? Я думал, ты уже это выяснил. Он принадлежит Чарльзу Хокинсу, наследственному судовладельцу. Это объясняет, откуда взялись грузовые декларации. Жаль, что от них мало толку. Я думаю, что кто-то здесь хотел, чтобы я осмотрел его склады. Я нашел письмо с угрозами, подписанное какой-то Кэт. Я не против, если заходишь в кабинет начальника Портана, лучше тебе не лезть в мои дела. Я вас шантажирую? Не совсем. Это мошенница хочет, чтобы мы платили за ее защиту. Есть успехи? Я бы так не сказал, но она пугает моих людей не меньше, чем своих. И вы ничего не можете сделать, чтобы... Об этом не беспокойся. Я видел вашу фотографию, тут человек стоит перед кораблем. Да, я понимаю, о чем ты. Удивительное сходство. Я думал, это вы, но с деревянной ногой. Оно и понятно, на фотографии мой отец. Ваш отец? Джон Фицрой, капитан Силы. Его деревянная нога все еще здесь. Можешь посмотреть, если интересно. Я только что вернулся из пристани. Мертвая касатка расстраивает моряков. Да. Морской народ суеверный. У касаток много так приходных врагов. Так, это правда. Еще они обычно здесь не встречаются. Но ты решишь, что я старый дурак. Может и нет. Ты слышал про бездных? Трещины, которые уходят глубоко в землю. Там скрываются ни на что не похожие твари. По-моему, это просто мифы. Верно, ты прав. Полиция решила сбросить труп касатки обратно в море. Их можно понять, они понятия не имеют, что с ним делать. Мне кажется, это ошибка. Кто сказал, что эта тварь остается рано все еще... Не прячься где-то здесь. Хочешь сказать, что лучше стать не на берегу, хотя бы для того, чтобы установить истинную причину смерти? Хорошо так. Чудесный лов. Это местная легенда? Вовсе нет. Это реальная история из нашего славного прошлого. Иди и прочитай историю о том, как моряки вернулись в порт Дарторна. Она висит на стенах Хитана Мели. Хорошо. Все данные на декларациях вымараны, их совершенно невозможно прочитать. Да, я видел, понятия не имею, кто это сделал и зачем. Я не понимаю, что подписывал что-то, нужно было бы рассказать. А зачем вообще вычеркивать даты и намеренно? Хочешь сказать, даты имеют какое-то значение? Чем же Чарльз Хокинс так? Мы знаем, что Чарльз Хокинс так, но рыболовный промышленный остров и напострадал так. Точно, мы специализировались на китобойном промысле, но после чудесного улова в 47-м в море не вышло ни один китобойная шлюха. Так откуда же Хокинсы брали деньги? Ну, Чарльз получил наследство. Хотя, судя по датам на декларации, у него могли бы и другие контракты. Интересно, с кем?
Да блять, я не то. I shall be on my way. Мне пора. Заходи, когда появятся новости. Ладно, вроде идет. Получен один опыт, хорошо, ебать, одну очку персонажа. И что нам качать? Медицину? Но медицину нам еще... О, 6 до получения следующего уровня. Блин, нам надо психологию качать и красноречие. А, у нас 2 очка было даже, ебать. Давайте интер. Все, да. Проникнуть на склад задания, хорошо. Ебать, бригады идут. Пить мне ебальник, что ли? Я их боюсь, они страшные. Вам не понять, вы же не моряки. Вы же не моряк, это знак, что что-то будет. Я не хочу, чтобы они вы ошивались в округе. Так, а теперь, пожалуйста, оставьте нас. Нам нужно работать, вы же не моряк. Так, блять, куда нам идти надо было? Я хочу пройтись туда, откуда они съебали. Я просто гуляю по улицам. Не говори. Блять, ладно, не буду говорить, хорошо. Давайте пошароёбимся, посмотрим, что здесь есть. Ты кто, бродяга? Вы же видели, что с этими моряками? Так, не стоит здесь ошиваться, если не хотите неприятностей. Кто бутлегеры, блять? Этот склад кажется заброшен, почему они их так интересуются? Думаю, это вопрос территории. Но я не напрашивался. Хотите узнать побольше, поговорите с капитаном. Хорошо, спасибо. Я видел, какие записки рассылает их начальница. Вы ее не боитесь? Конечно, боюсь эту женщину. Все боятся. Не мелкие сошки вроде меня, так. Будьте совсем нос ее дела и непременно с ней познакомитесь. Обязательно, хорошо, спасибо. Мне нужно идти. Давайте пройдем. Так, хорошо, тут машины нам проход перекрыли. Давайте сюда пойдем. Это что, склад или не склад? Где скрытый предмет найден? Алло. Рычаг активирует какой-то механизм. Хорошо. Рукоятка. Я так понимаю, это вот этот подъемник будет активировать. Ага, вон туда наверх надо попасть, да? Похоже, это за этой решеткой есть какой-то проход. Ну, естественно. Так, если газета вырезка, это брать, это кость, настоящее окаменение. Хорошо, как нам попасть наверх по лестнице? Так, ты откроешь его? Нет, ты не откроешь его. Хорошо. А почему я не могу прокрутить? А что мешает мне прокрутить? А чё, алё? Алло, кто? Так, мы здесь перелезть не можем. А как взаимодействовать? Хорошо, видимо, нам сюда еще рано, я так понимаю. Ну, типа, веревка идет только сюда. Почему я не могу прокрутить, я не знаю. Я хуй пойми.
если честно. Ладно, видать, нам сюда еще рано. Окей. Там тем более газы какие-то. Ну там есть лестница, можно спуститься. Хорошо, я не думаю, что нам так сразу скрытое место просто дадут какое-то. Но оттуда вошла толпа людей. Там может быть что-то полезное. Может, у них там подпольное казино? Мы сейчас не просто так детектив, нам нужно это выяснить. Куда вас несет? Я думал, дело Хокинса закрыто. Так и есть. Тогда что ты делаешь на посту перед этим складом? А кто задает вопросы, полицейские или туристы? Кто же этот кто-то, который интересуется складом? Чего мне вдруг рассказывать? Так, хорошо, это у нас что у нас? Так, мы же стоим в одном стороне закона. Вот как? Ты не хочешь знать, как все это было на самом деле в этой истории? Хотите сказать, мы плохо работали? И не думаю. А что ты еще можешь сказать о смерти семьи Хокинса? Так, не больше, чем все остальные. Я над этим делом не работал. Я особняки потом. Даже не думай пойти туда, это опасно. Что ты имеешь в виду? В живых остались только старый Сайлос, и после этого случая он сильно изменился. Он может быть непредсказуемым, особенно если какой-то чужак будет шататься в округе. Он опаснее. Так, нет. Он не выходит из своего дома. Сделайте себе должное, оставьте его в покое. Ну ладно. Так, два. Я не думаю, что нам стоит туда идти. Мне кажется, мы там пизды получим. Чего? How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Так, тупыми, чтобы оставить так. Не бойся какого-то, не скажешь. Я не хочу, чтобы она вокруг нож мне в горло так. Это стиль креветки, у тебя изо рта воняет, так что шансов у тебя все равно нету. Мы типа их подслушали, да? Хорошо, у нас тот склад нам пока не сраный, я так понимаю. Тут у нас что? Тут у нас нихуя. You live here? Что вы здесь делаете? Зачем ты это сделал? Мы видели, что ты сделал со святым Беннером. Так, мы покажем тебе, как наш остров и смеяться над нашими защитниками. Я никогда не слышал о нем. Местные жители все знают старого Игната Морехода. Китами и китобоями. Так, а что произошло со статуей? Вот и наша любимая статуя, вон двое громил у нас за спиной. Погоди-ка, если подумать, то это наверняка они. Один из них постоянно расхаживает туда-сюда вокруг статуи. Тихо, еще не хватало, чтобы они нас услышали. Что привело тебя на Dark Water? А что охраняют эти два парня позади вас? Бутлегеры, подноготники, они защищают свою территорию. Интересно, кого? В любом случае, у них нет выбора, так. Они больше боятся Кэт, чем нападения пьяных моряков. Вот бы они друг друга побили. Кэт, кто это? Угрожает капитану Фрицерю? Так, погоди, погоди минутку, мы тебе ничего не говорили. Вообще ничего. Это статуя вашего местного святого, да? Значит, местного? Ты что, нас презираешь, как все городские? Святой Брендер защищал и китов, и рыбаков вроде нас, пока эти говняки его не изродовали. Так, да, тут мы живем, прямо на корабле. Не можем же мы бросить его только потому, что он больше не ходит.
А сейчас не слишком рано, чтобы начать пить. А нам все равно, зачем заняться. Работы на острове не найдется. То есть время от времени подкидывает нам какую-то работенку, но после закрытия этих обойной станции почти не осталось. Вот мы и пьем. Еще увидимся, хорошо. А где статуя? Давайте пойдем к статуе тогда. Сходим к статуе. Вот тараканчик. А, бля, это не таракан. Блять, я думал, это тараканы, это краб. И здесь тараканы. Че, клюет, братан? Так, давайте посмотрим, что у нас по складам. Нихуя себе. Damnation. Черт, сломалось. Замок не поддается. Хорошо, нам нужна еще отмычка, так понимаю, да? Я теперь понял, за что расследование отвечает. Здесь тоже ничего нету. Какая-то хуйня написана. Здесь ручка у нас. Оккультизм, ебать. И той Брендон. Ее осквернили. Я не могу сказать, что это за язык. Хорошо, ебать. Фэн. Альт, предскрин. Или предскрин, альт. Не знаю, что... Да, все, скриншот есть. Это у нас пойдет на превьюшку. Хорошо. Я не имею, что это может означать, сколько у нас по времени записи. На этом уже час записи прошел, охуеть. Давайте закончим этот ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.